пару слов сказать. Помните, как в притчах написано: имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Друзья, только там человек верующий может иметь правильное зрение, куда идти. И только там он защищен от этого мира, который сплошь и рядом имеет желание какой-то кусок от нас оторвать, какую-то часть в нас иметь. Поэтому да благословит вас Господь, чтобы ваша душа, ваши мысли были окружены вот той вот твердой стеной, через которую никакие стрелы лукавого не могут достичь. Thank you.